Сегодня оценку работе оперативных служб в новогодние праздники дал и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Глава региона провел рабочее совещание, на котором обсуждалась работа МЧС, полиции, аварийных бригад, предприятий ЖКХ и других профильных служб в период с 29 декабря по 8 января. По словам главы региона, специалисты оперативных подразделений сработали на отлично. В сфере энергоснабжения серьезных аварий не зафиксировано. На территории округа был организован круглосуточный мониторинг нештатных ситуаций. Но с окончанием каникул расслабляться не стоит. В целом обстановка была стабильная, но не обошлось без локальных происшествий. Обсудим сегодня причины и как их избежать в дальнейшем, учитывая, что у нас еще есть также несколько праздников в этом месяце, крещение идет и по прогнозу будут опять морозы.